Сюда пришли несколько сотен соискателей, в основном те, кто стоит на учете в службе занятости. Однако некоторые узнали о ярмарке из других источников и решили попытать счастье. Всего представлено около 1000 вакансий. Требуются профессии рабочие. Это и электрогазосварщики, и арматурщики, и огромное количество водителей категории С, и бетонщики, то есть и большое количество инженерно-технических сотрудников. Сегодня будет именно прямой диалог между конкретным работодателем и конкретным соискателем данной работы. И все вопросы можно будет задать, что касается... То есть и работодатель может увидеть конкретно сотрудника, и, соответственно, соискатель может задать любые вопросы и по заработной плате, и по социальному пакету, напрямую уже работодатель, и получить уже на них ответы на эти вопросы. Кстати, специалисты отмечают, что ярмарки вакансий – отличный способ поиска работы.